Башкортостан представит наш регион на Ялтинском международном экономическом форуме в юрте. Национальное жилище башкирского народа установят на улице в самом, что называется, сердце отеля «Мрия», где традиционно и проходит крупное международное событие. На юбилейном 5-м Ялтинском форуме башкортостанская делегация во главе со временно исполняющим обязанности главы Башкортостана Радием Хабировым в статусе почетной, наряду с французской, которую, кстати, возглавит Марин Ле Пен, санкт-петербургской и сирийской. Юрту нашей республики расположат у бассейна, предварительно его осушив. Также возведут специальный подиум, чтобы быть заметнее для гостей и потенциальных партнеров. В составе делегации заместитель председателя Инвестиционного совета республики, сопредседатель деловой России Андрей Назаров, председатель регионального комитета по внешнеэкономическим связям Руслан Мирсаяпов, президент торгово-промышленной палаты республики Башкортостан Тимур Хакимов, представители деловых кругов республики. Всего же на форуме вместе с международными участниками, а заявлено 100 стран и 60 регионов России, будут присутствовать более 3500 человек. В том числе уже зарегистрировались 300 представителей средств массовой информации. 5-й юбилейный Ялтинский международный экономический форум пройдет в Крыму с 18 по 20 апреля. Все подробности смотрите в эфире нашего телеканала. РБК Уфа является генеральным региональным информационным партнером события.